Пел Шекспировы сонеты. Пускай поэт, покинув старый дом, заговорит на языке другом, в другие дни, в другом краю планеты. Соратником его мы признаем, защитником свободы, правды, мира. Недаром имя славное Шекспира по-русски значит «Потрясай копьем». 300 раз, и 30 раз, и 3. Со дня его кончины очертила земля урочный путь вокруг светила, свергались троны, падали цари. А гордый стих и в скромном переводе служил и служит правде и свободе.